Всем привет и добро пожаловать на канал Джонни Плей. Мы с вами продолжаем прохождение Ходячих мертвецов. Собственно, тут потихоньку объясняют, что у нас было в прошлом сезоне и что было в первом сезоне. Ну как, в первом эпизоде. Вот, так будет правильно, это же пока что один сезон, но первый. Для тех, кто не смотрел, внизу будет ссылочка как раз таки на весь плейлист с прохождением. Там вы сможете узнать, кто кого... Закройте глаза, не смотрите. Кто кого убил, кто кого предал, кто кого... Ататай еще какой-нибудь там сделал, кто кого покушал и так далее. Да-да-да, вот, собственно, почти на этом мы и закончили. Бери-бери. Иди нахер, тебя убили. Ай, зачем? Спойлер, внимание, спойлер. Был секунд 5-10 назад, так что пропустите как-нибудь. Так, это уже похоже на какой-то город, на самом деле. Национальная гвардия начала чего-то там. Так, это Кенни. Неужели впереди... Да, ништяк, винтовочка есть. Все-таки добрались до города, значит. И это очень даже хорошо. Эпизод 3. В долгий путь. Ой, какой блатной рюкзачок. Похоже, сегодня нам повезло. Так, я опять забыл управление, все. Мне это не нравится. Слишком тихо. Смотри в оба, хорошо? Просто пытаюсь быть оптимистом. Давай просто заберемся внутрь. Как-то слишком тихо. Очень тихо. Хотя погромы есть. Трупов нету. Нету трупов ходячих. Кровь есть, ладно, это уже что-то. Так. Ну кто-то окна заколачивал. Значит, живые тут были. По крайней мере, были. Черт. Ли, как ты считаешь, мы должны остаться или уехать? Типа, нужно ли нам остаться в мотеле и уехать на твоем грузовичке? Мы говорили об этом, но ты уже принял решение. Остаться. Мы должны остаться, Кенни. Пока вроде здесь все шло нормально. Ли, ты сам знаешь, что это бред. Эти ребята из лесу достанут нас. Это только вопрос времени. Нам нужно сесть в тургон и отправиться к океану. И мне нужно, чтобы ты меня поддержал, друг. В принципе, Кенни прав. Потому что сколько? Мы там, в принципе, двоих оставили в живых. Этих братьев. Ладно, как в прошлый раз. По лестницам залазим в аптеку и забираем все припасы, которые остались. Мы мало что там оставили. У нас нет вариантов добыть хоть что-то лучше, чем ничего. Так, надо его прикрывать. Ну твою мать! Ты в порядке? Лестница на ладан дышит. Я не знаю, сколько еще вылазок она выдержит. А я не знаю, сколько еще вылазок выдержим мы. И не говори. Так, как тут... Ага, как хотите, я помню. Толкнуть джип. Зачем? Так, а я бегать вроде не умею, я ничего не путаю. Мусор. Как оригинально. Продуктовая есть что? Ничего. А, я помню это место. Мы же тут тогда это самое были. Мы как раз таки тут и защищались. Если кто помнит. Двигай. Тут нас этот старик-то нехило так подставил. Дал просто в щи и убежал, скотина. Лебедка. Отлично. У Лили неважные тут дела, да? Я волнуюсь за нее. А я нет. Я только надеюсь, что она не сведет нас в могилу. Я ведь спас нас в холодильнике, знаешь? Да я знаю, братан. Я ж там был... вот сюда. Наверное. А мне больше вариантов-то и нет. А зачем я это сделал? Пока не знаю на самом деле. Но, видимо, зачем-то это понадобится. Не пролезть. Может, лестница отвалится сейчас? Все-таки с концами. Да, все-таки лестница.
Ну и что ты на меня? Похоже, ей конец. И что теперь? Другой путь наверх найду. Да и так я шевелюсь. Ты что меня подгоняешь, слышишь? То, что я черный, не значит, что ты можешь меня подгонять. Что я делаю? Зачем? Кенни, давай. А, черт. Не могу дотянуться. Sorry, pal. От тебя столько пользы, братан. Ты даже не представляешь. Давай еще раз. Так, мы зачем-то сделали приколюху с машиной. Тихо. Была какая-то кнопка. А. Сейчас Кенни покатается. Нет, скорее всего, машину притянет все-таки. Да. Твоя девочка до сих пор расстроена из-за того, что я взял запас из машины на прошлой неделе. Я не виню ее. Что думаешь? Боже, я понял твое мнение. Что сделано, то сделано. Так, и в принципе теперь по машине забраться наверх. Проще ничего быть не может. Дак спрашивал о парне на ферме Хершеля. Правда? Я не думал, что он его волнует. Конечно, волнует. Он был в страшной ситуации. Смерть Шона и все такое. Я просто волнуюсь, что он стал думать, будто это его вина. А сюда ты, значит, можешь дотянуться, да? Собака хитрая, усатая. Ты думаешь, что поднимешь меня? Ли, я в порядке, я справлюсь. Давай сюда руку. Вот усатый мудень, а? Так, нашумели пока никого. Ты в порядке? Ты в порядке? Я в порядке. Черт, извини меня, друг. Я думал, что сил хватит. Нам повезло. Все могло быть и хуже. Ты мог привлечь их внимание шумом. Нет, стоп. Это человек. Да я понял, не ори, твою мать. Вот дура бешеная, ты нахер орешь-то, овца долбанная. Ходячие не кричат, так ведь? Боже, наверное, нет. Сука, она орет, как надо, надо помочь. Как? Нам к ней не подойти. О, до свидания. Вот теперь она... о том, что если мы оставим ее в живых, она привлечет их всех к себе и тем самым купит нам время. Кен, сам подумай. Мы всегда волнуемся, что нас там будут те, которые спрятались. Не, братан, не-не-не-не-не-не-не. Если бы кто-то тебя укусил, ты бы тоже не хотел. Ты бы тоже не хотел. Чтобы тебя просто заживо жрали, пока ты все это чувствуешь. Так что, братан, я все сделал правильно. Проклятие. Теперь нам просто нужно шевелить жопой и лезть быстрее. И больше не ронять меня на машину. Понял меня? Идем. Ну вот, ништяк поднял все. А они еще и с этой стороны, да? Псы. Собаки. Быстрее, 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 быстрее. Закрываем. Все. Посидим пару часиков, они разбредутся. Главное не шуметь. А может они разбредут? Они идут, быстрее, Ли. О, пилот, это хорошо. Но у нас очень мало времени. Бери все, что найдешь на этих стеллажах. На это не забудь взять все под прилавком. Понял. Таблетки нужны? Это что? Запасы взять? Это взять? Там что? Взять? Шоколадку для Клем взять? Это взять? Это взять? Быстрее, 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 все, все взять. Вы взяли 8 вещей. Лекарства? Лекарства нужны? Я не знаю, сколько у меня времени. Я возьму все, 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 что успею возьму. Таблетки, таблетки, таблетки. Так, тут вроде все. Тихо, 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 держись, 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 держись. Держись. Они тут, быстрее, Ли. Все, не успел? Стоп,
Слушай, ну я дохера вещей взял, братан. Я столько лекарств здесь взял. Быстрее, 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 быстрее. Собаки! Вот эта кнопка, вот я забыл, какую кнопку надо нажимать. Я забыл. Кенни! Где он? Быстрее, Кенни! Смотри, чтоб не укусили тебя только, братан. Все, валим, 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 валим. Нет, 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 не трать. Не трать. Быстрей. Не знаю, что я делаю. Хорош. Валим. Валим, Кенни. Есть что взять еще? Да ты что, пес, слышь, пес? Пошел нахер отсюда. Ты что такой живучий-то, пес? Да хорош. Я тебе сейчас пес в гланды вырву. И нахер отсюда, все. Шлем можно было бы снять, конечно, ну ладно, хер с ним. Оставь его, оставь, оставь, хер бы с ним. Уходим, 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 уходим. Идем, идем, идем. Все, валим. Слушай, по-моему, неплохая вылазка получилась. Совсем даже неплохая. Для Клем взял батончик. И взял херову гору лекарств. Что я там еще понабирал, я, конечно, не смотрел. Я просто тупо нажимал, чтобы быстрее все собрать. Так, стрелы. Плохо, кто-то атаковал. Либо до, либо... Так, пацаненок жив, сидит со снайперкой. Ой, плохо сидит, очень плохо сидит. Клем. Ага, по рации что-то там слушает, либо пытается с кем-то связаться. Ты вернулся? Бен нашел наклейки на столе, я их наклеила на рацию. Молодец. Привет, солнышко, это очень красиво. Я сейчас к тебе приду. Опа, это кто? Лили? Да. Че надо? Похоже на короля, опять пацан. Что достали? С таким же успехом можно повесить табличку «Мужчин нет, приходите, насилуйте женщин и детей». Смешно. Винтовку отдали? Ну так, что достали? Много всего. Вообще до хера лекарств. Мы в порядке, кстати говоря. Отлично, с этим мы еще немного протянем. Если так и дальше пойдет, мы и зиму сможем протянуть здесь. Зиму? Мы тут жопы себе отморозим. Потому что затея ехать с вами двумя в одном фургоне после того, что вы сделали с моим отцом, меня не очень привлекает. Да, он прав. Он говорит, что посмотри на стены, Лили, там совсем не граффити, там следы от выстрелов. Поступим так, как лучше для детей. Разве не логично? Уйди отсюда, суицид. Здесь мы сдохнем. Ну да. А у нас ведь так часто приходит убийство, пока мы спим. Опять за свое, да? Все в нормальном, все в норме, Карли. Кто-то должен, говорит, принять решение за всю группу. Заколебали вы уже серьезно ругаться. Мы не можем прийти к единому решению. Лили, у Кенни вполне обоснованные точки зрения. Я так устала от того, что вы вдвоем против меня. Черт возьми, я не на чьей стороне, Лили. Это решение влияет на всех. А что насчет еды? Что насчет защиты? Что будет, если это место не выдержит? Кто-то же должен думать о всей этой херне. У нас полно еды из машины. Разберемся по ходу дела. У нас есть чем защищаться. Разберемся по ходу дела, как и всегда. Плохое решение. Во-во-во, посреди ночи 15 бандитов. Разберемся по ходу дела, как и всегда. Что бы ни произошло, ты всегда твердишь какую-то всякую хрень про то, чтобы уехать, а мне нужно лишним неделю спокойствия, чтобы не слышать этого больше. Нам не пришлось бы ругаться за лекарства, если бы Ли не проебал наш шанс в городе. То есть, девушка с криками выбежала на улицу, за ней плелась толпа ходячих. Она создала достаточно шума, чтобы у нас было достаточно времени, чтобы взять все, что необходимо, но наш Ник пристрелил ее. Во-во-во, молодец, она говорит. Так, она бы умерла, я не мог дать ей страдать. Я не мог дать ей страдать. Теперь страдаем мы все. Некоторые больше остаются. Как ты меня... Мы рискуем своим здоровьем, когда делаем вылазки в город. Вы просто не поверите, сколько всякой херни там творится. Мы все это ценим, Кен. Вам бы следовало устроить Ли взбучку за то, что он не что-то там. Для него это не так легко.
Слушай, Мейкон и всех людей, которые там есть, уже не спасти. Это уже не город, это место полное ходячих и людей, которые бросили там умирать и бродить по улицам. Это ад на земле, и он направляется в нашу сторону. На дороге легче не будет! Откуда ты знаешь? Сказать, что я знаю? Я знаю, что вы способны не только на убийство. Я знаю, что кто-то все это время крадет наши припасы. Да-да, крадет. И я знаю, что список людей, которым можно доверять, становится все меньше с каждым днем. А теперь все, выметайтесь отсюда. Какая она, сука, злобная все-таки, а? Давайте мы ее бахнем. Че, как? Она успокоится. Иначе она всех замучит. Во-во. Ты понимаешь, Кен? Насчет одного она права, легче не становится. Что она там плела насчет того, что кто-то крадет припасы, я что-то не понял. Чего-то я прям совсем в этот момент ничего не понял. Все катится в пропасть. Можно и так сказать. Ну, думаю, сегодня ты справился хорошо. Впрочем, как и всегда. Спасибо. Думаю, тебе стоит поговорить с Лили насчет пропавших запасов. Она и так была не в лучшей форме. Я не хочу знать, какая она будет, если ко всему добавится паранойя. Да уж. Я бы хотел с тобой поговорить, когда у тебя будет свободная минута. Ха-я-сё. Так. Она наверху, я понял. Понял, иди отсюда. Глазки она мне строит. Так, дайте мне управлять. Хочу управлять. Так, это что такое? Так, забраться по лестнице, поговорить с Клем. Ты как? Первым делом поговорить с Клем, остальное идет нахер. Привет, Клем. Привет, Ли. Что делаешь? Что рисуешь? Это называется штриховка. Моя учительница мисс Мур показывала нам, как это делается, когда мы были в ботаническом саду. Ух ты, как интересно. Видишь, одинаковые. Почти. Да, очень красиво. Я тебе сделаю. Тебе здесь нравится? Нет, мне здесь нет. Все, валим, все. Хочешь уехать? Куда мы поедем? Куда-нибудь? Не знаю, может, если бы я знала, куда. Да, об этом стоит подумать. Поговорим позже, Клем. Так, одно ясно точно. Здесь мы не остаемся. Мы отсюда уезжаем, как только узнаем, куда. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так. Пацаненок. Hey, Ben. Бен, как дела, Ли? Видел что-нибудь странное? Никто там ничего не замышляет? Нет, все спокойно. Точно? Да, точно. Это очень хорошо. Кто-нибудь был в Мейконе? Когда-нибудь бывал здесь? Да мне незачем было. Мне родители давали машину на выходные. Но что делать в Мейконе? Просто трата времени по сравнению с Атлантой. Я вырос в Мейконе. Оу, я не хотел сказать, что он дурацкий или что-нибудь такое. Он отличный, ну, то есть, не сейчас, но уверен, что был таким хорошим, в общем, как-то так. А что думаешь о Лили? Она меня до чертиков пугает. Это нормально так думать о ней. Просто я беспокоюсь, что она скоро сломается. Потом поговорим, Бен. Даже пацаненок это уже ощущает. Как там фургон наш? Похоже, Кенни смог завести его. Поверю, когда увижу. Так, что у нас еще тут есть? О, рисуночки, хорошо. Рисуночки очень даже хорошо. Шо? О, это тень, господи, там движение какое-то показалось. Так, настало время серьезно поговорить с этой бешеной дурой. Ну ладно, мы уяснили одно. Тут мы не остаемся, мы отсюда уезжаем. Это уже хорошо. Номер Лили. Ты как? Ну? Извини. Не нужно извиняться. Пришел, чтобы поучать или посыпать соль на раны? Хочу разузнать об украденных припасах, о которых ты говорила. Ты в курсе, что происходит? Нет, ты сама упоминала это. Пришел покаяться? Я не краду, я пришел помочь в этом. У нас предатель. Кто-то, один из нас. Он или она крадет у нас припасы. Какие?
Правда? Кто? Что у тебя есть против вора? Да, правда. Против вора у меня ни хера нету. Я просто знаю. Припасы пропадают, и не простые, а самые нужные. Антибиотики, окси, что-то там. И у всякий опиум. Я видел список припасов. Все там нормально. Я веду свой собственный. В нем как раз недочеты. Да, сейчас я не в лучшей форме, но я не тупая. Я знаю, что будет, если я начну охоту на ведьм. И ты хочешь, чтобы я ее начал? Я хочу, чтобы ты поискал доказательства. И с чего мне начать? Ну-ка, поделись-ка идеями. Я нашла его в мусорке. Мы вещи не выбрасываем, мы их чиним. Фонарь бы выбросил, если бы воспользовались, когда не стоило. Хорошо, я поищу что-нибудь. Спасибо. Если ничего не найдешь, я буду считать, что это ты. А может, это ты? Серьезно, может, это ты просто тут наводишь? Тайна? Господи, Дак. Извините, я подслушал ваш разговор. Тебе надо забыть все, что слышал. А я могу помочь? Что я только сказал? Вы величайший детектив, а я буду Диком Грейсоном. Вашим напарником. Бэтмен и Робин, если кто не понял. В смысле Робин? Я знаю, кто это. Не говори никому об этом. Ты можешь помочь. Не говори никому про это. Секретность. Да, хорошо. А что мне делать? Я не знаю. Осмотрись, сообщи мне, если найдешь что-нибудь странное. Я в деле. Ладно, пацаненок может что-то найти, либо влипнуть в серьезные неприятности, между прочим. Что очень даже плохо. Что ж, давайте мы тут, наверное, и закончим. Дак поможет. И знак вопроса такой. Ни хер его знает, поможет так или не поможет. Ух. Тоже с... Вообще, как вы думаете, крадет кто-то припасы? Или все-таки у Лили поехало в голове что-то там? Может, это она опиумом-то убивается? Мол, по чуть-чуть тебе возьму там, чтобы чисто боль унять. А потом все больше и больше. Она сейчас решает, вот у нас уже недостача идет, ля-ля-ля, надо кого-то обвинить и тому подобное. Всякое может быть, почему нет? Что ж, если понравилось видео, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. И всем спасибо за просмотр. Всем пока.